Привет! В этом видео мы рассмотрим универсальное мыло «Пена Бури» от компании из Питера «Голодный леший». Бренд веганский и не тестирует средства на животных. Брусок весом 200 грамм я купила в минималистичной экологичной упаковке из бумаги и джута на сайте Wildberries. Но при заказе на офф-сайте бренда у некоторых товаров можно выбрать опцию без упаковки, что позволит приобрести определенное средство дешевле, не говоря уже о том, что не будут расходоваться лишние ресурсы. Средство биоразлагаемое и должно быть безопасным для людей и природы. Состав чистейший. Вода, натриевые соли жирных кислот пальмового, кокосового, касторового масел. Морская соль и горчица. Аромат довольно нейтральный, характерный для натурального мыла. Средство может использоваться вместо стирального порошка и даже подходит для стиральной машины. Нужное количество продукта следует предварительно растереть, к примеру, на терке. Правда, его расход показался немного великоват. Вначале я стирала при невысокой температуре 30 градусов в быстром режиме. Вот здесь остались еле заметны пятнышки. При стирке на более высокой температуре они исчезли. Использование мыла для ручной стирки мне понравилось больше. И что немаловажно, оно оставляло поверхности ванны и раковины чистыми. Я пробовала использовать мыло для умывания и вместо геля для душа, что также оказалось зачетно, поскольку мою кожу не подсушивало и образовывало много воздушной пены. Средство может пригодиться и для мытья головы. После высыхания волосы чуть пушились, но в моем случае мыло промывало голову хорошо и не запутывало волосы. Правда, показалось, что после высыхания они грязнились чуть быстрее. Как итог, это прекрасный, практически zero-waste продукт от классного бренда, и он стал моим очередным must-have'ом. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравился ролик, и пока-пока!